зубов было у мамы так? 4. Совершенно верно. Современных детей сложно чем-то удивить, но хранителям истории раз от раза это удается. Сотрудники историко-краеведческого музея заранее подготавливают программу, которая понравится определенной возрастной группе. И дети всегда ходят на экскурсии с интересом, говорит руководитель развивающей площадки. У нас очень много ребят, которые приезжают к бабушкам из разных городов, из Москвы, из Уфы. Ребята, которые живут на севере, приезжают к бабушке в Березовку. И я думаю, что им будет интересно и полезно знать об истории развития села. И детям действительно очень интересно находиться в музее. Поэтому мы ежегодно сотрудничаем с музеем, ежегодно приводим сюда детей. И детям очень нравится находиться здесь, в исторической части села. Мы говорим о реке Кама, об истории нашего храма Николы Березовки, Никольского храма. И, конечно же, мы не можем пройти мимо музея. Мы его очень любим, ежегодно сюда приходим. В этот раз экскурсия совпала с республиканской музейной акцией «Крылья Победы», которая проходит в рамках празднования Дней воинской славы. Воспитанникам развивающей площадки рассказали о героических подвигах военных летчиков Советского Союза и России. Дважды героя Советского Союза Мусы Гасиновича Гареева и 110-летие со дня рождения героя Советского Союза Магубы Гусейновны Сыртлановой. Также посвящена Дню авиации Военно-морского флота России. С 1 июня 2022 года во всех государственных и муниципальных музеях действуют программы проведения летнего досуга для детей, подростков и молодежи. В летнее время музеи в соответствии с постановлением правительства Республики Башкортостан один день в неделю бесплатно принимают детей и молодежь до 18 лет. Программы летнего досуга в музее направлены на гражданско-патриотическое, эстетическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. Летом в музеях проводятся дни открытых дверей, действуют республиканские музейные акции и выставочные проекты. Также маленькие гости музея смогли познакомиться с флорой и фауной родного края и проверили свои знания, внимательность и смекалку викторине. Подобные обзорные тематические экскурсии для ребят из пришкольных и оздоровительных лагерей будут проводиться в течение всего лета.